У ФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена преступная деятельность участника межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на организации канала поставок синтетических наркотических средств на территорию регионов ПФО из Москвы и регионов Центральной России в особо крупном размере с целью последующего незаконного сбыта обезличенным способом. Указанное лицо было задержано сотрудниками ФСБ России по Ульяновской области с поличным. В ходе проведенных ОРМ обнаружено и изъято свыше 2 кг наркотического средства синтетического происхождения. Следственным отделом ФСБ России по Ульяновской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса России. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.